Александр, здравствуйте. Расскажите ваши впечатления по данному турниру. Как все прошло? Не ожидал. Приятно, что Пермь тоже подключилась, что Уралкали подключился, Уралхим подключился, что они поддерживают ребят. Это же отлично. У нас будет больше бойцов, больше будет патриотически настроенных людей. И самое главное, трезвых. Трезвость нации, она начинается со спорта. У нас еще буквально неделю назад прошли кулачные бои активно. Это уже как вид спорта. Сейчас ММА, в дальнейшем Пермь активно развивается. Мы бы очень бы хотели бы узнать у вас, планируется ли ваше открытие школы «Шторм» именно в Перми? Я-то не против, тем более у вас такая серьезная поддержка здесь есть. Надо просто проговорить, я не знаю, я не против. Ну тогда мы лично к вам придем и обратимся к открытию школы, потому что у нас очень активно набирает популярность ММА, единоборство, и это намного лучше, чем по дворам сидеть. И скажите, пожалуйста, какой вам бой больше всего понравился сегодня? Если честно, мне понравился Брандау, как он дрался. Ну, просто там был накал такой, там, ну, так получилось. Интересно. С Кириллом был интересный бой, но он предсказуемый. То есть он быстро выиграл, мы не успели увидеть самого боя. Так. И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим пермякам? Пермякам самое главное, живите трезво, ребята, верьте в себя. Все у вас получится. То есть не останавливайтесь, никого не слушайте, все будет хорошо. Спасибо огромное.